Меня зовут Леша. Я называю себя профессором в изгнании, поскольку я потерял какую-то родину непосредственно, и квир-активист. Я ко-президент российской ЛГБТ-организации в США, которая помогает русскоязычным беженцам из стран Советского Союза. И разработал пару своих курсов, в том числе начал квир-исследование ЛГБТ, вкрапил их в политические науки в России. То есть это были первые вообще, в принципе, в своем роде, в рамках политических наук в России, попытки открыть миру, что есть ЛГБТ. Как ты воспринимаешь угрозу, живя в России? Ты не воспринимаешь уровень опасности, будучи там. То есть весь уровень опасности, который был там, я осознал, будучи уже здесь. Все, что со мной происходило с момента моего осознания, там, 14 лет, вот разные эпизоды, это целая вереница преследования, насилия, гомофобии, которую ты иногда не можешь идентифицировать, потому что ты привык к этому жить.